As soon as I come to school, they start ramming it into our heads that people like me have no right to live. L, 17, St. Petersburg. They told me at school that the law was passed so that there were no more people like me, that I am a victim of that homo propaganda. A, 16, Togliatti. На протяжении всего года, когда я шел, например, по коридору в столовую или из столовой, в меня кидали монетами. То есть я шел, становились парни возле окна и кидали меня монетами в сторону стенки. Вот. И это сопровождалось матерными словами типа «пидор», «пидор», ну, вот такими вещами, оскорблениями. Естественно, ни о какой учебе речи не могло быть, потому что было не до учебы. Вот эти старшеклассники — это мои бывшие одноклассники, которые год назад закончили школу. I didn't go to school for 2.5 weeks, saying that I was sick. Actually, I was working on my suicide plan. I took some pills, but they saved me. A, 16 years old, Moscow. Даешь ей парады в Москве. Последние 2 года я слушал вот такие замечания. Как его встречают в родной школе, пидорас. Невкусная булочка. Я ее никогда не любил. My mother said homosexuals, that means I was included, were mutants. Father said he was ready to go grab a gun and start killing them. My older sister thinks they should be treated in a mental hospital. I have to hide my sexual orientation because I live in a small town where one guy was once killed because he was a homosexual. You, 16 years old, Tatarstan. В центре Москвы пидорас, блядь, стоит. Смотри, пропагандирует, но не навязывает. А что вы тут построили? Понимаете? Скажите, пожалуйста. Может, молодой человек, вы бы? Ну, на 54 года федерального закона. Наверное, то, что я это все пережил, вот эту всю несправедливость, всю дискриминацию, это все-таки стоило того, потому что в конечном итоге я поступил в Канаду. И, наверное, вот это то, что я совершил каминг-аут, не побоялся его совершить, то, что я занимался все время активизмом ЛГБТ, я в Ульяновске буддистом и ЛГБТ-активистом, то, что я не боялся общества, наверное, жизнь сделала так, то, что в конечном итоге я добился своего, я поступил в ту страну и останусь там жить. В той стране, где у меня будет семья, дети, и меня никто не будет говорить, я пидор или что-то еще, потому что люди там цивилизованные. Если бы меня полюбил, меня, вот у меня муж был, он вот сейчас вот умер, высокий, нормальный, это, да, некоторые даже осуждали, ты что в ней нашел, ты что не мог лучше найти или так далее, и так далее. Почему? Только дай мне слово, посрежешь челку. У тебя красивые глаза, красивые. Когда-нибудь, может быть. Нет, никогда-нибудь, и все, никогда-нибудь. Мы счастливы, мои хорошие. Счастливы, до свидания. До встречи. Счастливо. Какой интересный человек. Кстати говоря, о геях мы заговорили с ней впервые. Но она знала то, что я гей. Это парни. Да? Я да. А, это... Это в огород подставь пугало такой. Точно ни одна ворона, ни одна птица не подлетит. Он вчера по телевизору передавал. Ты что наделала? В газете написано. Когда разрешили в России однополые браки, значит, мужчины могут хоть нормально жениться. Все было хорошо. Надеюсь, Новый год приеду. Приезжай.
свидания. Ну, сейчас случился бы Джастин Бимер. Дома море. Семья. Ну, я думаю, это у меня и так все будет, кроме Джастина Бимера. На втором, потому что... Что не у моря, а у озера. Там в Торонто есть озеро. Я убежден, что через 7 лет у меня будет семья, маленькие дети, дом возле озера. И моя цель, основная жизненная, будет выполнена. Потом уже начнутся другие цели. Это политика и карьера. We are being driven out of our homes, from our lives, popped like an ugly pimple on Mother Russia's pretty chin. M, 15 years old. I'm going to be a politician. I'll be the one to repeal this stupid law. Anonymous.